Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о характере и повадках Пикси Вова. Дикими Пикси Вовы кажутся только из-за их необычной рысьей внешности, а в реальности они очень дружелюбны и привязаны к своему хозяину. Многие кошачьи владельцы уверяют, что по поведению эти кошки схожи с верными собаками. Эти усатые мини-рыси, словно преданные собаки, всегда рады встретить своего хозяина и других членов семейства прямо у двери. Они не будут скрывать своего восторга от встречи. Кошки не могут обойтись без внимания и постоянного общения. Им все время нужно уделять время. Стоит это учитывать, если вы собрались обзавестись именно таким любимцем. Нужно обязательно добавить, что пикси очень ревнивы, они не хотят делить своего хозяина ни с кем, поэтому не потерпят других питомцев на своей территории. По мнению этих кошачьих, все человеческое внимание должно принадлежать исключительно им. К незнакомым людям эти куцехвостые любимцы особой доверчивости не проявляют, ведут себя очень осторожно и чаще всего стараются скрыться и совсем не контактировать, пережидая в укромном местечке, когда незнакомцы уйдут. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Пикси можно с уверенностью назвать консерваторами, они тяготеют к стабильности и налаженному быту, с трудностью перенося даже самые небольшие жизненные перемены. Если хозяевам приходится долго отсутствовать, то специалисты рекомендуют оставить пикси бобов дома, не определяя их в специализированные гостиницы или оставляя у родственников. Для кошек лучше оставаться в знакомой и привычной обстановке, поэтому стоит попросить, чтобы кто-нибудь приходил к ним для осуществления кормления и уборки. Характер породы Пикси Боб можно описать коротко – молчаливый интеллектуал. Это кошка с независимым характером и чувством собственного достоинства. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.